Почувствуй всю прелесть ударов головой. Ты когда-нибудь били с головой? Я бил. Ага, ну и как? А это правильно бил? Не носом, хоть головой? Лбом бил? Лбом. Так, теперь давай в грудину. Ты первый. Вот, в грудину, да. Пошел. Руки тоже за спиной. Моя очередь. Смотри, рот закрой, потому что вдруг нечаянно, если что-нибудь сорвется, чтобы челюсть не ударил, понял? Нет, не вдумай открывать рот совсем, чтобы зубы не поулетали. Молодец, отыграл. Хоп, благодарю. Шрам ушел в линию, да? Обжег. Так, ну теперь можно, да, делать заминочку. Что, просто цель? Пятачок. На брусцах пятачок. И потихоньку. Можно собираться будет. Давай, знаешь, с упором, с держим руками здесь. Согласен. Согласен. Чуть-чуть бы длину была, да, побольше, чтобы покрутиться. И банька. А? И банька. Да. Длина побольше, и банька. И воздав. А что, ты реально не помнишь, у нас такие зеркала были пластиковые в зале выставочные, нет? Как в аэроплане. Ну да, не разбивающиеся. Королевских кривых зеркал. Ну оно нет, оно чуть-чуть, да, чуть-чуть оно искажало, да. Немножко. Мы с них выпили, потому что они сами по себе имели такое. А где они продаются? Нам парняга дал, мне кажется, с клуба со своего отдал. Потому что меня спрашивают, складывайте зеркала. В пилон. Вот, вот, да, вот они для этого предназначены. Там дырка даже до шеста есть. Там даже не дырка до шеста была. Вот Захар пришел, когда они спросили, лежат они в гараже, либо они в Суворову были, кислородные, либо профуканы.
Да-да-да, вот они как раз для пилона и были. Клуб пилоновский был. Там девчата прям это любили заниматься по вечерам и по ночам. Слава Богу. Че, как тебе сегодня? Хорошо. Хорошо. Ты сразу, да, это ребятишек к разминке привлек? Я пришел в 8-6. Был только Коля. Ага. Или вон. Ага. Ну он да, он даже раньше пришел. И тихонечко вот мы начали с Ливаном. Разминаться. Угу. Вернее, он начал. Пришли еще, он их начал журнал записывать. И я продолжил. И я почти как раз пришел, да. А я прикинь, на светофоре стою на вот этом. Такой долгий светофор поставили, замечаю. Космонавт? Космонавт тогда готовил. Стоял, мне. Ну пропустить я зеленый точно не мог. Мне показалось, он прикинь, моргнул, я делаю шаг такой, ну что за прикол. Я опять красный. Или поменялся он как-то. Я не со всех сторон ел, я думаю, да ё-моё. Там он такой какой-то причудливый. Очень странный. Да, очень странный светофор. Так, ну что? Слава богам, блин, ну что? Ура! Серега, поздравляем тебя с днем рождения. Все поздравили. И мы тебе из СКК «Вместе» совместно с клубом воздушно-силовой атлетики «Атлет» поздравляем с 31-летием. Мир всем миром. Ура!